Всем привет, с вами Гизма. Сегодня я расскажу вам про Колесо Фортуны в игре Лиги Ангелов 2. Колесо Фортуны — это событие, появляется 1-2 раза в месяц. Представляет из себя рулетку с различными наградами в ней. Крутить можно за лотерейные билеты, которые приобретаются в событиях. Давайте приобретем несколько. Так. Вот оно, VIP-лото. Давайте возьмем один билет. Вот. Можно крутить как один билет, так и если у вас есть наличие 10, то 10, соответственно. Крутим. Попадает 50 слитков. Неплохо довольно-таки. Вам прибавляется 10 очков за каждый прокрут. Очки вносятся в рейтинг. Вот. Чтобы попасть в рейтинг, вам необходимо набрать 200 очков, либо, чтобы попасть в супер рейтинг, 1000 очков. Мы видим, что здесь в супер наградах уже добавилось такое, как волшебный эликсир, чтобы использовать его в священной грани. Их очень мало всегда, их не хватает. Поэтому, думаю, неплохой будет бонус, если вы наберете 1000 очков. Также лотерейные билеты можно приобрести, выполняя различные задания. Например, это сейчас идут вклады в гильдию, чем там, по-моему, 3800 вкладов в гильдию, чтобы получить 3 билета. Также это, по-моему, царская битва тоже, там за открытие сундуков даются билеты. Вот. И, как я сейчас сделал, приобретение за алмазы. 80 алмазов, один билет. Далее, присутствует также премиум. Премиум использует только топазы. Ну и, соответственно, награды тут намного жирнее, скажем так. За один прокрут также прибавляется 10 очков. Вот. Далее, последнее. Магазин удачи. В магазине удачи здесь даются маунты. Очень хороший выбор довольно таки допустим, дикоклык, дельфин, инари — это красные маунты, мифические, довольно таки сильные, боевой маунт. Вот. Также экипировка идет также на маунтов. Максимум — это у нас легендарная экипировка и обычные ресурсы. Вот они представлены. Расходуют монету удачи. То есть один прокрут даст вам 10 монет удачи. Вот, на данный момент у меня их 240. Могу вот что-то из этого купить. Допустим, куски. Но советую вам, сколько у нас оно идет. Время события, колесо. 3 дня идет. 11 начинается, 13, с 13 на 14 заканчивается. Вот, советую вам копить эти билеты, очки, и приобретать уже различных маунтов, тех, которых у вас нету, чтобы открыть коды в кодексе их и получить дополнительные параметры. Ну, либо это будут навыки от мифических питомцев, питомцев маунтов. Вот. По колесу фортуны, думаю, это все. Еще билеты приобретаются на колесо фортуны. На данный момент это в пресс-симпатиях. Про пресс-симпатии я вам расскажу в следующем гайде. На этом все. Подписывайтесь на канал в YouTube РБК Games. Также заходите в группу ВКонтакте РБК Games. Выигрывайте монеты. Также вы можете получить монеты РБК Games, участвуя на стримах активно, то есть там разыгрываются буквально раз в 40 минут, 30 минут, от 200 до 500 РБК монет. Вот, просматривайте, стримы проходят вторник и пятницу, вторник с 6 до 9, в пятницу с 6 до 10. Всем спасибо, с вами был Гизмо, до свидания.